Всем доброго времени суток, СКАД 9060 на связи. У нас, ребят, рыба на спиннинг 17. Продолжаем линейку квестов Ковбоя Джо. Все-таки хочу я закончить эту линейку и ждать следующих квестов. Значит, у нас 250 килограмм, толстяк. Это все блесна леденец. Припять реактор 4. Да, миролюбивая рыба, этот толстячок. Давайте все-таки перейдем на Припять. У меня пропуск есть еще. Да. Значит, сейчас забросим. Также рекомендую забрасывать прикормку. Бац, ее забросили. Значит, у нас здесь, как видим, жара. Это плохо, но да ладно. Хотя не, это неплохо. Миролюбивые виды будут клевать, наверное, части, хотя вряд ли, все равно. Всегда рыбы-мутанты клюют лучше в погоду, именно чернобыльскую, а не вот в солнце или жару. Плохая погода на самом деле для нас в целом. Так, стрекозу мы хлопнем. Толстяка лобим по дну чисто. Лещ ядовитый, не подходит нам. Чуть-чуть у нас осталось пропуска, но этого хватит. У меня последний костюм, поэтому не паримся. Вообще не паримся. Пробуем на блесну выудить. Довольно сложное геморное занятие. Толстяк такая рыба заразная. Хотя, не знаю. Может, я его ловлю неправильно, но уже как умею, ребят. Так, что у нас клюнуло? Плотва, наверное. Не, бычок-гигант. Кстати, бычок-гигант нерекнутый. Довольно редко такое встречается. Чтобы на Припяти что-то было нерекнутое. Очень многие здесь ловят. Сюда и новички прут, и не только. И бывалые тоже, и медальки закрывают, поэтому Припять у нас всегда в реках, ребят, абсолютно всегда. Сложный момент подловить. Лещ ядовитый у нас горшковым игорем рекнутый. Кто такого знает. Так, ну все же, будет у нас сегодня толстяк или не будет? Есть, отлично. Смотрите, еще зачет вытащили. Хорошо, рыба на спин. Так, это выполнено. Дальше. Лещ ядовитый. Ну, соответственно. Можно вообще перейти на Чернобыль или забытое богом место. Давайте на Чернобыль перейдем. Я думаю, ага, здесь дождь. Ну, ничего страшного. Давайте один заброс сделаем, по дну проведем. Плотва, конечно, будет перебивать, как всегда. Но ничего страшного. Думаю, лещ тоже возьмет. Ямочка здесь, вот видите, тоже хорошая. Веду чисто по дну. Думаю, что довольно быстро. Наверное, на забытое бокоместо перейти было. Бычок двуротый. Давайте все-таки перейдем туда. Здесь и погода поприятнее чуть-чуть. Понятно, не очень-то сильно приятней. Тоже облачная. Но глубины приятнее, можем так сказать, но да ладно. Вводим, ловим. Лещ за пары, думаю, не составит нам. Мы его вот до этого вылавливали. И сейчас, думаю, спокойно выловим. Сейчас вот забросы. Либо плотва, либо бычок, либо лещ. Вряд ли. Тут толстяка здесь нет у нас забытым будем местом. Ну, плотва, наверное. Да, не, бычок гигант. Да что ж такое-то? То плотва, ребят, зачетная шла, вот до этого ловил на квест, постоянно плотва перебивала. Сейчас бычок-гигант. Когда надо, хрен клюнет. Плотва. Ну, плотва, плотва. Продолжаем. Так. Бычок гигант. Что ж такое? Надо было вообще там оставаться и мозги себе не парить. А то, ребят, здесь блесним просто впустую. Зачем поменяли локацию, это никому не известно. Ну, чтобы там толстяк не прибыл, соответственно. Задача выполнена. Наконец-то. Вот есть задача выполнена. Быстренько, опять же. Охотник. Охотник, ребят, легко ловится. Вот здесь вот. Не, не здесь. Поворот на Припять, вру. Вот здесь. На повороте на Припяти. Блесну мы меняем на медузку. Обязательно, ребят, блесна к покупке, куча медалей на сама Чернобыльского, на Припять закрываете и так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно. Куча медалей, блесна абсолютно нужна к покупке. Вообще, must have, сразу просто берете и покупаете.
Задача выполнена. Охотник, отлично. Задача выполнена. Дальше Сом Сталкер. С этим проблемы будут. Так, стоп. Глубина 1,50 м, 5 метров. Реактор 4 и Чернобыль. На Чернобыле не ловил. Давайте пробуем. А вот на реакторе. На реакторе ловил. Блесним. Что уж. Тестим, блесним. Пробуем, как оно. Тем временем у нас солнечная погода. Приконка действует, все хорошо. Беды не предвещает абсолютно ничего, вроде бы казалось. Но я не знаю, почему на Чернобыле, ребят. На Чернобыле... да, прилов есть. Давайте все-таки реактор 4. Здесь, смотрите, в чем смысл. На четвертом реакторе... На четвертом реакторе мы таскаем... С приловом. То есть у нас идет Толстоглаз, потом идет Сом, который на медальку чернобылец, и Охотник. Вот. Поэтому будем таскать, наверное, с приловом примерно на глубине 5 метров. Примерно. Или до 5. Вот. Будет перебивать Толстоглаз, Сом чернобыльский и Охотник, но все равно. Сом Сталкер когда-то зайдет, но противная рыбка на самом деле. Очень редко она заходит. Вот, чернобылец, но он не зачетный. Хорошо, когда заходит зачетный, зачетный чернобылец идет в медальку, ребят, за которую дают перки. Вот. Толстоглаз. Нету пока у нас сталкера. Но пытаемся. Толстоглаз. Надо где-то примерно до 5 метров ввести, вот. Примерно 4 метра. Вот тогда вот хороший шанс. Вот здесь, вот так вот. Погода хорошая, одно радует. Таскается. Медалька на Припять набивается все-таки. Не зря мы сюда пришли. Можно сразу... Это Охотник, скорее всего. Ой, Охотник, Леший, да. Кстати, рекорд не поставлен, что есть очень странно, опять же. Надо будет сюда прийти просто чисто погонять Лешего. Поставить рекорд. Охотником его называю постоянно. Почему? Потому что... Ой. Поймали недавно вот охотника. Выполнено. Чернобылец. 280. Зачетная. Ребят, это квест. Это пропуск на зону. Там по квесту надо поймать 4 зачетных рыбки. Вот. Выловили. И там дальше вроде 10 жуков сделать. Что-то такое. Не помню. Короче, посмотрим. Толстоглаз. Долго, очень долго сам сталкер берет. Наверное, все-таки рациональнее на Чернобыле. Так, кукла у нас. Мы нажимаем на нее, и нам дают резину. Наживку. Сом чернобылец, опять же, зачетный. Так, где нам резину дали? Непонятно. Короче, ладно. На куклу, когда всплывает, нажимаете, дает резину. А это ж кукла была, я уже забыл. Ну что в инфе не написали? Может, не всегда дает. Толстоглаз. Значит, ребят. Много прилова. Очень много. Сом Сталкер довольно редкое явление. Наверное, все-таки надо перейти и поменять локацию. Потому что ничего хорошего из этого не получится. Чернобыльца там и ловим. Это-то хорошо. А вот, вот это вот чудо. Чернобыль, реактор 4. Ну, на Чернобыль, так на Чернобыль. Здесь окунь будет перебивать. Чернобыльца вроде, если я не ошибаюсь, здесь нету. Леший вроде бы есть. Не помню. Короче, гадать не будем. Сейчас посмотрим прилов. Задача выполнена. Лол, да, сразу. Ребят, идите сразу на Чернобыль, короче, потому что там огромный прилов. Здесь, вот, как видите, сразу выловили. Довольно беспроблемно. Ну, и тут понятно. Тут сразу на реактор 4. И сразу забрасываем. Уже ловили. Зачетные идут в медальку. Обалденная рыба. Советую купить лицензию на нее, потому что медальку будете закрывать. Бонусом будет серебро идти. Довольно приятно на самом деле. Просто понимаете, да? Вот только что, ребят, отсюда ушли, ловили этого самого. И вот он залетел. Это тупо закон подлости, я не знаю, я больше никак это не назову. Чернобыльца мы вводим по поверху, ребят. Поверху где-то вот метр-два.
Так, старайтесь. Задача выполнена. Вот, отлично. Маленький сомик, задача выполнена. Получили 10 берков, бонусную награду. Ну и все, ребят, следующая серия по рыба на спиннинг 18. Здесь вон парусники, акулы у нас всякие. Будем стараться выполнять. А пока всем спасибо за просмотр. Ни хвоста, ни чешуи и удачи.